Такс. Выберите регион для подбора игроков в Европа. Такс. Телосложение. Пол. Не знаю, что все это такое, и выяснять не хочу. Я тоже не хочу выяснять, что такое. Это, мне кажется, это... Как его называется-то? GTA Trilogy. Вот именно, так же самое мне. Не знаю, что это такое, и не горю желанием. Очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Не знаю, что все это такое, и выяснять не хочу. Допустим, голова. Ага. Где-то было. Это. Только что было нормальное. Ладно, оставим вот эту, цвет кожи. Вот эту оставим, глаза. Такие. Прическа волос. Прическа волос. Оставим. Да. Так, тело... У меня женское, правильно ведь сейчас стоит? Пол женский ведь. Да хватит писать мне, пожалуйста. Лицо, оттенок кожи. Окей. Окей. Шрамы, татуировки. Не надо никаких татуировок. Шрамов, пожалуйста. Вот это вот. Окей. О. Волосы мне что-то не нравятся. Слушай, что-то мне лицо теперь не нравится. Мне что-то лицо не нравится ее. Серьезно? Не нравится мне мне это. Мне бы вот это. Не знаю, что это не такое. Не знаю, что все это такое. Не знаю. Очень даже Не знаю, что все это такое. Не нравится мне это. Очень даже Не знаю, что все это такое. Очень Не нравится мне Очень даже неплохо. Не нравится мне Очень даже неплохо. Не знаю, что это такое. Не знаю, что все это такое. Мне бы вот это. Не знаю, что... Не нравится мне это. Мне бы вот это. Мне бы вот это. И вот это? Нравится мне это. Очень даже неплохо. Ладно, я даже не знаю. Не знаю, не что, знаю, все, что это все такое. Это такое. Мне бы вот это. Мне бы вот это. Не нравится мне вот это. Да ладно. А, окей, допустим. Не нравится мне это. Допустим-то голова. Да ладно, оставим такую. Глаза, прическа. Ладно. Шрама нет. Так. Да, вот это пусть будет, ладно. Тренировки шлам. Шрамы не надо. А, подтвердить. А, выживание. Идеальный враг, для... а, быстрое, сложное, враги сильные, опасные. Для тех, кто готов к испытаниям. Ну, допустим, то вот это выберем. С такими параметрами, допустим-то, да. Так, загрузка. Окей, погнали. Железо. Ага. Погнали. А она говорит, если бы я хотела всю жизнь мучиться, то не ушла бы от твоего отца. Ух, а тут высоко. Да. Давай помогу. Давай, помоги. Я сама. Серьезно? Ну ладно. Это что у нас? Это само начинается, как его.
Ух ты, какая у нее пушка у нее. Прикольная. Черт! Ты как? Минус. Ой-ой-ой. Я живая? Отлично. Уже три. А? Да ну тебя. Три раза я тебя спасла. В той яме. С ногой. Что? Если б я не умела бинтовать, то все. Молодец она. Ну ладно. Два раза. В яме и вот сейчас. Ой-ой-ой. Так, дай посмотрю. Ну давай. Не, все нормально. Эй, да забей. Закатай рукав и признай уже, что мы подруги. С этим я бы поспорила. Ну-ка дай. Подруги. Стало хуже. Хватит. Кости целые, кровь не течет. Все пройдет. Как всегда. Вперед. Пацан сказал, блок там. Серьезно, она зараженная, что ли? О, наконец-то геймплей начинается. Ура, ребята. Геймплей начинается. А мы оттуда спустились. Откуда-то, подожди. Мы оттуда, да? Ага, ладно, идем. А ты знаешь про Северный полюс? Так его же выдумали. Ага, и блок тоже. Основал его белый старик. У всех есть еда и вода, все дружат. По-моему, это все сказки. Там от силы 2-3 человека в бункере засели и не вылазят. Надеюсь, хоть вымени им у них что-нибудь. А то мы так долго не протянем. Извините, ребята. Так, продолжаем играть. А почему я не могу... А почему я хромаю? Как думаешь, раньше правда так жили? Не знаю даже. Не знаю, что там намешали в этой смеси Фултона, но таких счастливых людей, по-моему, просто не бывает. Вот именно. А куда идти там? Нам туда нужно, да? Окей, здравствуйте. А, все, я больше не хромаю, наконец-то. Во, у меня пушка есть. Здравствуйте. Давай с ноги. Заперто. Класс. Возвращаться нам все равно уже некуда. Попробуем как-нибудь пролезть. Конечно, через окно. Я понял. Через окно. Я уже понял. Прыжок. Туда наверх не надо. Прыжок. Здравствуйте. А я могу теперь с этой стороны открыть, правильно? Да. Здравствуйте. Ну, наконец-то. Долго ты. Я тебя... Долго! Покажу! Ух ты, какая баба со стволом. Прямо появрюшка. Пиу-пиу! Опа! Смотри, вот бедолаги. Кто их так? Ага. И чё? Полезная штука. А, выпей, может, лодыжка пройдет. А то мне точно не поможет. А как выпить-то? Че, нажимаю здесь свой предмет, цифру 1-2? Все, пошли. Хочу отойти от этих тел как можно дальше. Ага. Да че ты тужище? Подойди! Я подошел. Ну, я подошел. Давайте.
И! Молодцы. Ага, через крышу что, нельзя было выбраться? Ну давай, поговори. Не? А шифт, чтобы бежать. Да я понял, что шифт бежать. О, дело дрянь. Дрянь с гарниром из горошка. Из чего? Забей. Зеленый горошек? Мне мама так говорила. Зеленый горошек? Так, это мне сюда надо идти, да? Ага. Где дред колотить? Снаряга! Стреляй давай! Где дред? Мимо. Нет, Кэ. Но за тобой все равно должок. Так. А, открыть. То же самое, анимация опять. Так же самое. Открывание дверей. Да ху-ху-ху хоть. А, так, здравствуйте. Так, кто у нас есть дома? Кто вы такие? Я вас не звал. А мне туда вниз надо идти? Здравствуйте, я вниз спустился. Ой-ой-ой, как красиво светится все это. Мне кажется, что зря мы притащились искать этот блок. Какой блок? Вы о чем? А блок чего? Ой-ой-ой, она вообще тут закашлялась. Спускаемся вниз. А, у меня еще пистолет есть с собой. Подожди, у меня еще пистолет есть. Ага. Я понял, у меня винтовка и пистолет есть. Давай спускайся. Походу, не все коряги вымерли. Ага. Нет, все-таки никакого блока нет. С таким-то гнездом под боком. Слушай, может, пойдем отсюда? Вернемся тем же путем. Надо найти другой выход. О! Чужие! Скажи, что мне мерещится. Всё? Серьезно? Серьезно? Не сегодня, уроды! Эй! Это уже третий! Я третий раз спасла тебе жизнь! Ага, спасла. Мне хана. Черт! Чё, боеприпасы закончились. Можно орать, где боеприпасы? Эй, слушай. Просто знай. Пробили её. Ты хороший друг. Хороший друг. Чё, до свидания. Я пошёл поспать. Не болит колотить. Его? What the? Магия рептилии, ребята. Эти пацаны решили немножко... Уже все хорошо. Так, так, спокойно. Не бойтесь. Мы хотим вам помочь. О, недолго еще так. Ух ты ж. При помощи магии.
Магический артефакт какой-то еще. Спасибо. А вы... вы кто? Надо спешить. Все вопросы потом. Итак... раз. Два. Три. Серьезно? А их швырнуть нельзя было? Все, не могу. Дальше вы сами. Знай, что я всегда с тобой. Да. Вы твою. Идемте с нами. Коряк здесь еще много. Ядрит колотить, это что за постановка? Ой, я сейчас умираю. И сразу ожило. Ладно, идемте. Ладно, идем. Здесь полно корней. Их я и почувствовала в блоке. Так, стоп. Вы из блока? А что, сам-то тоже настоящий? Да, тут недалеко. Но проход за нами обрушился. Обратно придется идти другим путем. Так. А куда идти надо? Сюда? А, это обрушилось, да? А, это похоже на метро Эксодус. Немножко. И на это сам... Да... да они тут все пуляются сами. Какие они живые, твари эти. Ой, какие тварюки. Свидание. Подобрать. Чего? Патрон для винтовок? Серьезно. До свидания. Так. 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 Ух ты, что ты создаешь? Куда ты идешь? Почему они все мельчишат перед это самое? Так, перезарядились. Так, у меня... А, дробовика у меня нет, у меня только пистолет и... Вот это вот есть, да? Опять это анимация. Я понял. Опять это анимация открывания дверей. Допустим-то. Чш, мы не одни. Серьезно? Коряги проиграли. Но сдаваться все равно не хотят. Вау, мега босс. Ну все, к бою. Ой. О. Плохо дело. Куда? Пью.
Серьезно, меня могут поднимать? Спасибо. При помощи. Нужны патроны. Боеприпасы. У нас нехватка боеприпасов. Ой-ой. Как гадость. Черт! Вопрос, а почему он атакует именно меня? Серьезно, именно меня атакует. Серьезно? Эй, волшебный за мной камень. Должок. Да ты сдохнешь там? Или как? У меня боеприпасы закончились-то. Ну давай, подходи. Получен корни. Эй, ты как? А ты неплохо стреляешь. Очко талантов. Я знаю, что делаю. Еще бы. Но ничего, в блоке будет безопасней. Намного. Так, это все правда? Еда, вода, хорошие люди и белый старик? Да, правда. Интернет и Wi-Fi. Так, я за водой сбегал. Эс. Похоже на гниль. Причем случай очень тяжелый. Хватит. Все со мной нормально. Надо скорее отвезти ее в блок. Давай. Тут вся надежда на доктора. Ну все, пора идти. Пока не стемнело. Это все? Советы. Уклонение от атаки ЕСП. Что такое ЕСП? Контрольная точка обновлена. Допустим-то. А что такое ЕСП? Ага, вот мы идем. Ух ты, пацаны с винтовками тут все. Авиа. Да, салют. Ух ты ж. Здорово, пацаны. О, ух ты ж. Да-да. Это Риглер. Просто Рикс. Все, я держу. Будет. Спокойствие. Она поправится. Конечно, поправится, да-да. Надеюсь. Это блок 13. Эй, не волнуйся. Рикс прав. Жить будет. Будет. А ты-то как? Да так, мигрень. Так, нет, Клементина. Я за водой сбегаю. Все нормально. Вода помогает. Да где нормально? Иди, приляг. Бо. Вода помогает от мигрени, что ли? Он у нас мэр блока. И потому свято верит, что за всех тут в ответе. Слушай, я зайду на минутку к Форду, а потом прилягу. Хорошо? Это к машине? Со мной еще не такое бывало. Все? Итак, бродяга. Сам такой. С твоей подругой все будет хорошо. Я Бо. Бо-блок. А это блок 13. Бо. Я смотрю, у тебя позади блок. Долгий путь. И блок 13. Корней все меньше, но на дорогах все еще опасно. Да-да. Расскажи, что вы там делали? Что мы там делали? Хуи пинали мы там. Есть тут ответ такой. Мы искали вас. Вот там, откуда мы пришли, было опасно, мы узнали, что здесь можно укрыться.
Наш блог, правда? А я и не думал, что о нас кто-то знает. Мы много лет были отрезаны от мира. Если честно, я удивлен, что о нас кто-то знает, кроме нас самих. Это даже приятно. Если тебе что-то нужно, поговори с местными. Боеприпасы. Начни с Форда. Он будет рад знакомству. Мне боеприпасы нужны. Форда. Тыть Форд. Подожди, тыть Форд. Тебе что-то нужно, бродяга? Ты главный? Вроде того. Лет 20 назад я... Но прежде чем командир Форд скончалась, они с основателем оставили меня за главного. Угу. Может, просто все остальные отказались. Но жители блока — моя семья. Другой у меня нет. О, спасибо. Я просто, ну, веду здоровый образ жизни. Угу. Правильно питаюсь. Рано спать ложусь. Командир Форд говорила, что лидер в первую очередь должен уметь позаботиться о себе. Я стараюсь жить правильно. Думаю, она этому научилась у основателя. Он здесь уже много лет. Хотя лидер из него так себе. Внучка, вообще-то. В те годы основатель тут почти не появлялся. Но командир Эллен была мне как мать. В старом блоке все были ей как дети. Трудно смириться с тем, что она умерла раньше него. Но когда последняя надежда угасает, ей на смену должна прийти другая. Командир сама так говорила. Даже не знаю. Командир говорил о нем так, будто он умер еще до моего рождения. Ты лучше у него об этом спроси. Только знай, он не такой, как все мы. Какой он? Многое повидал. А, это разноцветный он. Так, вот это, допустим, главное, что мы вовремя вас нашли. Коряги страшно на вас разозлились. Давно не видел, чтобы их столько собиралось. А, это все Уолли. Это он предупредил, что к нам кто-то идет. А Клементина поняла, где вас надо искать. Они, как бы сказать, чувствуют корень. И мы решили, что там, где корней много, кто-то наверняка попал в беду. Так мы вас и нашли. Уолли, то есть Уоллес, у него особый дар. С рождения. Уолли живет в блоке с самого детства. И этот его дар спас немало жизней. Он парень хороший. Да-да, Сити-17 еще, скажи, построит он. Там Уоллес, блин. Такое, что мне, к счастью, и не снилось. Он видит глазами корня. Видит то, что видит он. Прошлое, будущее. Не представляю, каково это, когда такое в голове. Ты лучше его поспрашивай. А. Обычно этим занимается Реджи. А если хочешь совсем безумных рассказов, тебе к мусорному зубу. Этот старик умеет рассказывать байки. Прикольно. Так, а ну-ка. Невероятно, правда? Никто не понимает, как она это делает. Даже она сама. Но когда она взрывает коряк, воздух будто заряжен энергией, как после грозы. Она удивительный человек. Без нее нам бы не жилось так спокойно. Да-да, допустим-то. Между мной и... Я не... Да-да-да, конечно. Что? Нет, что ты? Она мне... То есть нравится, конечно, но... Все не так. Да-да, все не так. Ага, отмазывается он, типа. Вот тебе когда-нибудь встречались такие, как она? Мне точно нет. Я ведь, как бы это сказать, храбростью не отличаюсь. А-а-а. Но когда я вижу, как она сражается за других, не жалея себя, то хочу стать лучше, чем я есть. Я хочу, чтобы она гордилась мной, понимаешь? Думаю, можно сказать... Что она меня вдохновляет. Только... Ей об этом не говори. Ага, ой, да. Тут все дружелюбные. Стоит только заговорить. Конечно. Береги себя. Он угрожает меня. Вот именно, береги себя. Он мне угрожает, мол, береги себя, это самое... Ты когда-нибудь поднимался на вершину башни в городе? Там так красиво. В
Все вокруг видно. Хочешь подняться туда со мной и показать? Не знаю. Только Брэд знал туда дорогу. Да, Брэд. Понимаю. Как жаль. Если ты ищешь основателя Форда, сходи на склад. Я часто его там вижу. А, вопрос, а где склад? Ты мне очень сильно доступные очки талантов. Кого? Там? Брэда? Нет. Таланты. Моего брата. Но, если так подумать, стойкость, на дух. Брэда ты тоже похож. Знания. Понятно. Я пение, очень заряд модулей, выносливость. Здоровье. Ладно, давайте здоровье вкачаем. Допустим, там в бодрость вкачаем. Так, в рюкзак. Ага, у нас вот это вот есть. Карта. Система. Карта. Основная задача. Это где? Блин, где основная задача? Какой-то страшный. Это что за комбайн? Форт, это где-то там вот форт находится. Это не обсуждается, Клементина. Ты остаешься и точка. Вообще-то я тебя не спрашивала. Повежливее, юная леди. Юная? Мне 132 года, если ты вдруг забыл. И ты мне не отец, так что указывать мне не будешь. Нет уж, буду. Ты нужна городу. Ты не можешь все бросить и уйти искать то, чего, может быть, даже не существует. Да кто бы говорил? А ты чем занимаешься уже лет 100, а? Разве не тем же самым? Тоже мне сравнила. Я хочу все исправить. Ты же сам все и сломал, когда играл в Бога. Это был Харсгард. Я только выполнял приказы, я не... И это тебя оправдывает? Знаешь, сколько людей погибло из-за того, что ты выполнял приказы? Конечно, знаю. Ни дня не проходит, чтобы я об этом не вспоминал. Потому я и пытаюсь все исправить. Я тоже. Ну и лицемер же ты, Форд. Значит, мне нельзя, а тебе можно? Разве не ты разрушил мир? Не ты гнался за несбыточной мечтой? Не ты раз за разом бросал семью? Да, я совершил много ошибок. Признаю. Но именно поэтому я и прошу тебя не поступать так же. Ты уж прости, но я не собираюсь слушать того, кто развалил нахер весь мир. Я больше не... Давай обсудим все позже. Уйди с дороги. О, что делаешь? Так... О, кто пришел? А, бродяга. Там да, такой. Да, Уэс предупреждал. Ты вовремя. Прости, некрасиво вышло. Хотя ты же все понимаешь. Родные не всегда друг с другом ладят. Эндрю Форд. Рад познакомиться. Он самый. Ха, их у меня хватает. У тебя, наверное, много вопросов, а у меня к тебе есть просьба. Так что не будем тянуть. Спрашивай. Долго рассказывать, а времени сейчас нет. Давай объясню вкратце. Бывает, выпьешь чего-нибудь и опьянеешь. Или съешь что-нибудь, и станет дурно, или начнет клонить в сон. Да. А бывает и вот так. Мир полон сюрпризов. Как раз ответ, просто неподробный. Да. Сказать надо так, чтобы никто не понял. Ну, ни имени, ни пола я не знал, но был уверен, что кто-то доявится. Конечно, да-да. Что? Не веришь мне? Ну ничего.
Так уж вышло, я знал, что ты придешь. Да, ну, да. Ну, или надеялся. Конечно. Мне Уоллес рассказал. Уоллес? Он особенный. Угу. Совсем как одна моя знакомая. Ей тоже снились дурные сны. Сны о том, чего еще не было, но будет. Если кто-нибудь сможет объяснить лучше, тащи его ко мне. Молодец. Здесь много интересных людей, можешь не сомневаться. Мы спорили, а не ссорились. Это разные вещи. Мы с Клем знаем друг друга дольше, чем кто-либо из местных. А значит, и спорить нам с ней всегда есть о чем. Внешность бывает обманчива. На самом деле ей 132 года. Когда мы познакомились, Клементине было 16. Давно это было, но она с тех пор не постарела ни на день. Потому у нее на душе все время бушуют страсти. Все мы были когда-то подростками. Вспомни хоть ту девчонку, с которой вы пришли. Сразу поймешь, о чем я. Вряд ли хоть кто-то из местных потерял столько, сколько Рикс. Не знаю, как он по утрам встает с постели. Но как-то встает, и мы ему за это благодарны. По сравнению с кем? Бо хоть и молод, но управлять блоком умеет. Учился у лучших. Он же осиротел совсем ребенком. Блок 13 стал ему семьей. А когда Бо подрос, то начал отвечать за охрану. И получалось у него прекрасно. Вот мы и решили, что здесь он тоже будет за главного. Ха, ну-ка, что у тебя? Да так, ничего опасного. Мне надо навести кое-где порядок, а потом мы займемся делом всерьез. Да-да. Ну, с твоими делами мы разобрались. Поговорим о моих. Давай. Мне нужен молодой и толковый помощник. Помощник. Поговори с Волей. Ты найдешь его у пристани. Потом добудь себе снаряжение и приходи к воротам блока. Там я тебе все расскажу. Давай. Здравствуйте. Ух ты, какая молоденькая. Типа. Почему я не могу открыть? Потом. Суп с котом. Ты кто такой? Ты же не заставляешь основателя ждать. Кто-кто, а он ценит свое время. Привет. Говорят, ты помогаешь основателю. Значит, ты у нас тоже почти легенда. Ну, последний из тех, кто пошел за Фордом, изменил все. Вообще все. Основатель порой чудит, но дело свое знает хорошо. Береги себя. О, старый пердун. О, а куда мне надо идти-то? Ед, ред колотить. Это кто такой? Здравствуй. Прости, я плохо различаю лица факультет. Ты чё там? Я думал, что мы уже знакомы, но ошибся. У Пакультек ни копыт, ни рогов, их трудно различать. Я Саис Рактхадвел. Пакультек зовут меня Двел.
Я продаю кристаллы из своего мира. Они делают Пакультек быстрее и сильнее. С ними проще побеждать врагов. Цены разумные. Конечно. А, это торгаш, я понял. Конечно, Пакультек. Да, это частый вопрос. Я Фавн из Яэши. Это мир, где правит вечная императрица, где резвится лань и рыщет разоритель, где баланс вдыхает жизнь в джунгли. Точнее, так было раньше. Угу. Увы, нет. Бессмертные издревле притесняли обычных фавнов, пользуясь своей силой так, словно они чем-то заслужили ее. Фавны восстали против тирании, и какое-то время казалось, что мы можем победить. Затем пришла чума. Пакультек зовут ее Корнем. Когда я видел Яэшу в последний раз, она изнемогала под гнетом чумы. Разоритель рыщет на свободе, лань пропала, бунт продолжается. Но мой народ жаждет покоя. А, Пакультек Форд, основатель. В свой последний визит на Яэшу он говорил, что это возможно. Я не понимаю, как это действует, но вот теперь я здесь. А, Форд много раз бывал на Яэше. Он помогал повстанцам свергнуть бессмертных тиранов. Было ясно, что он хочет защитить нас. Он умел убивать и охотно учил этому других. Двелл не учился у Форда убивать, но тоже помогал повстанцам этими самыми кристаллами. И тоже был заключен за это в тюрьму. О, я страдал много лет. Я не хотел платить такую цену. Но другой Пакультек, тот, что странствовал между мирами, освободил Форда, а Форд освободил Двелла и многих других. Пусть это не имя Пакультек, но именно так меня называют на их языке. Пакультек, то есть не фавн. Это слово бессмысленно в мире самих Пакультек, но не в языке Двелла. Они сделаны из кристалла, который есть только на Яэше. А хани, жрецы фавнов, запрещают черни использовать кристаллы. Но гулы умеют обходить запреты. Гулы давно делают из таких кристаллов оружие. Или что попроще. Но чтобы раскрыть их истинную мощь, нужен мастер, такой как Двелл. Все кристаллы особенные. Кристалл — это порядок. От оболочки до сердца. Одни кристаллы преломляют свет, другие соединяют миры. По такому я попал сюда. В таких кристаллах заключена сила. Некоторые фавны считают их даром богов. На самом деле их силу порождает связь гармонии кристалла и мирской суматохи. Ага, я совершенствую их и направляю их силу в нужное русло. Ахани занимаются этим с давних времен. Чудно. Такого качества не найти даже на Яэше. Так, сдавать предметы. Ага, окейшки. Ага. Ух ты ж. Улучшение. Улучшение снаряжения. Ого.
изготовить. Ага. Ядрит колотить. Ух ты, прикольно. Прощай. Да-да, все, пока. Прощай. И ты меня не забывай так. Подожди, а куда мне надо идти? А где основное задание? А куда надо идти мне? Я смотрю, кто-то сильно обнаглел. Да. Шаришься тут, как у себя дома. Ха. Да шучу я. Я Брабус, отвечаю за охрану. Хотя, раз уж мэр взял тебя под крыло, пусть сам с тобой возится. А еще я слежу за тем, чтобы местные могли постоять за себя. Корень не единственная угроза. Да? Народ до сих пор не в восторге от попыток восстановить общество. Мне ли не знать? Я и сам был таким. Но лет 20 назад изменился. Раньше я возглавлял шайку мусорных псов. Мы брали все, что хотели, а недовольных валили. В то время каждый был сам за себя. Мы на все были готовы, лишь бы выжить. Сейчас все иначе. Но есть еще те, кто не забыл прошлое. Будь начеку! Мало ли кто ударит в спину. Понял. Вилкой в глаз или в жопу раз я тебе. Так. Ага. Это мне надо будет сюда идти, правильно? Что, не терпится в путь? Одобряю. Но сперва тебе придется поговорить с Волей. А где Воли, блин, находится-то? А где этот Воли находится? Воли. Воли. А где он находится-то? Чего? Серьезно? Алло! Хватит петь. Так, идемте наверх. Чего? Он... Где ты? А, он там внизу. Бля, я не могу перепрыгнуть, да, через этот. Ага. А, он там находится. Серьезно. Эу, слышишь? Стал. Бродяга, я тебя вижу. Опять бродяга. Салага. Салага. Это тебя ждет Форд. Хотя он и сам того не знает. Он думает, что ему нужна помощь. А на самом деле помощь нужна ей. Ты и так знаешь. И не знаешь. Прости, не могу сказать. Иначе все станет сложно. Я Уоллес. Я это уже говорил, кажется, да. Видение. Прости, я и это, наверное, говорил. Ага, обдолбыш какой-то. У тебя есть свой путь. Здесь ты сделаешь первый шаг, но все может измениться, если захочешь. Так, выбор класса. А медик... кто? Медик... Подожди. Стрелок. Медик, стрелок. Охотник. Боец.
Чего? Я даже не знаю. О. Эдик. Это Red Dead Redemption. Блин, это Red Dead Redemption. Точно, реально. Так, ну-ка, медик, что делает-то? Ой, да нет, не ты. Медика посмотреть. Медик. А, вы... Так. Ага. Я не знаю даже. Давайте медика выберем, что. А, подожди, а этот самый, ну, это. Блин, и это мне хочется тоже. Блин, кого выбрать-то? Ладно, давай. Ага, теперь я все понимаю. Конечно, так и есть. Твой путь ждет. Скажи Брабусу и Маккейб, что тебя прислал я. У них есть то, что тебе нужно. Это следующий этап твоего пути. До свидания. Ага. О, у меня пёся есть. Не дай сказать, я теперь буду с пёсой бегать. А, чё, Z нажать? Подожди, это где? Это здесь? Ага, окей. Так. А, вопрос, а теперь куда идти надо? Здорово. Здорово. Моей подруге очень плохо. Она теперь умрет? Я сейчас ты умрешь у меня. О, пёся, можешь погладить его? Я хочу погладить пёсю. О, хороший пёся. А что на кью? А, давай. Так, куда дальше идти надо? А, куда идти? Правильно, к этому. Я понял. Здорово. В блоке все с тобой любезничают. От меня такого не жди. Да-да. А, тот пацан, который с корнем говорит. Не доверяю я ему. Но и спорить с ним не стану. Я же не тупой. А поконкретнее он никак не мог. Ясно? Ну что ж, пацан чокнутый, но не дурак. А снаряга у тебя, мягко говоря, не очень. Если спросят, скажи, что это я тебе дал. Бесплатно. Эх. Рикс мне все уши прожужжит, если я тебя к нему не пошлю, да? Ну ладно. Ступай к Риксу. Скажи ему, пускай делает все, что захочет. Я тебе пускай захочет, да-да. А ну-ка, что он мне дал? Так. Так. Куда? А как зайти туда? Минутка, идем, пёся. Пёся, идем за мной. Эу! Приветствую! Рад, что ты в порядке.
Чем могу помочь? Рикс, не за что. Было время, когда нам не оставалось ничего, кроме как помогать друг другу. И мы стараемся об этом не забывать. Подруга твоя вылечится, кстати. Здесь и не такие выкарабкивались. Прости за любопытство. Но что вы там делали? Правда? И что говорят? Ну да, вот оно. По крайней мере, мне здесь очень помогли. И не раз. Ты здесь тоже приживешься, если есть трудолюбие и доброта. Судя по тому, как ты печешься о той боевой девице в медотсеке, здесь тебе будут рады. Угу. А зачем это надо, он не объяснил? Ну, специальность у меня довольно узкая. Кажется, я понял, что он имел в виду. Если решишь улучшить снаряжение, приходи. А, я понял. Он это самый пацан, который улучшает снарягу. Ага. А, я понял, он... Я понял. Если что, я всегда тут. Я понял. Боже правый, что в меня? Ах. Ну и каким ветром тебя сюда занесло? Хипстерша. Только не говори, что тебя Бо прислал. Это точно. Меня зовут Маккейб, и я не люблю отвлекаться. Я занимаюсь модификацией оружия. А больше тебя обо мне ничего знать не обязательно. Вникаешь? Твою ж мать. Ты серьезно, да? Ну говори, что у вас за путь такой? Ха. Ну, теперь ясно. Все, чего касается этот старикан, превращается в кучу проблем. Форду, говоришь? Значит, тебе точно нужна будет помощь. Ага. Ну, обо мне вспоминают только потому, что я умею махать молотком. Так что давай займусь твоим оружием. Ну, или засуну его тебе куда-нибудь. Тут, говорят, тебе на прошлой вылазке попалось кое-что любопытное. Дай гляну, может пригодится. Я тебя засуну. Сама засуну тебе. Ага. Вот, пригодится в этом твоем пути. И передай Уолли, чтобы в следующий раз изъяснялся конкретнее. Ну что, мы закончили? Или мне опять браться за молоток? Давай я сэкономлю тебе время, и ты отстанешь наконец. Жили мы, значит, вон в том здании. И вот явился один человек, скиталец. Мы тут всем гостям прозвище даем. Так вот, этот скиталец берет и побеждает корень. С тех пор мы живем вот здесь. Теперь до тебя дошло? Не люблю все усложнять, чтобы не объяснять лишний раз. Слушай, без обид, но я не люблю, когда меня отвлекают от дел. Да, понимаешь? Да. Всегда злит, когда спокойно поработать не дают. Хотя знаешь, ты вроде бы поинтереснее тех, кто обычно сюда заявляется. Давай договоримся. Если вдруг найдешь что-нибудь полезное, тащи сюда. Попробую модифицировать твое оружие. По рукам? Я уже жалею, что с тобой связалась. Да-да. Конечно. Так. И надо нам обратно идти. О, пёся. А, здорово, старик. Я смотрю, ты теперь при оружии? Да-да. Ну что, выдвигаемся, или у тебя остались еще дела? Пошли. Рад слышать. Следуй за мной. Да идем уже. Ящик с боеприпасами. Где боеприпасы? Помоги этому старому пердуну. Thank you.
пахнет все так же. Дерьмом? На, лови! Ручку поверни, и он включится. Наконец мне фонарик дали. Идем? Раньше это был исследовательский центр, современный. Мы здесь делали то, что никому и не снилось. Ни до, ни после. Но все наши ученые умы не понимали сути этих камней. А потом было уже поздно. Камней? Камней мира. Это огромный красный кристалл. Окна в другие миры. И окна, и двери. Думаешь, мы их спрятали и понадеялись, что коммунисты не найдут такие же? Нет. Мы должны были изучить их вдоль и поперек. Это был вопрос национальной безопасности и гордости. Ну и вот. Мы открыли дверь и вошли. Но на другой стороне что-то было. Все случилось не сразу. Жители миров, где мы побывали, не могли последовать за нами. Мы думали, нам ничего не грозит. Увы, корень все же проник к нам. А потом... Ну, что было потом, все и так знают. Заперто! Вообще-то, это мой дом. Идем. Я попросил Эллен кое-что припрятать на черный день. Думаю, где-то здесь все это и хранится. Ну уже, Элли, где твой тайник? Серьезно? Хватит мне писать-то. А, картина, конечно. Тут сейф нужен, да? Нет? Эту красную штуку мы называем драконьим сердцем. Почему, не скажу. Бери, пригодится. Зе, чтобы... Чего, зе? Идем, нам пора. Блин, сердце... Зе? А в... Наконец-то! Идем уже! А чего? Эй, посмотри-ка, что там в спичечном коробке. Вдруг что-то найдешь. Взаимодействуй. Ключ. Помоги открыть дверь. Не хочу весь день тут маяться. Что это? Это камень мира. Да. Булыга. Точнее, осколок. Действует так же, как и сам камень. Мы отключили его, когда умер Харсгар. Я уже тогда сказал Эллен, что от этой глыбы больше вреда, чем пользы. Ха! А как же? Ха. Ой, Windows Хорошо. 11. Ну-ка, а может вот так? А с какой именно целью? И дрит колотить. Булыга. Твою мать! Вот это булыга. Столько лет. И столько миров. Кто бы знал? Кто бы знал? Первым камню прикоснулся Эндрю Форд. Но вернулся ли он? Иди. Пусть Бо разнесет здесь все. Скажи ему, чтобы взял побольше взрывчатки и оставил тут одни руины. От этой глыбы больше вреда, чем пользы. Не забывай. Форд! 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 Ну все. Теперь Бо разозлится. Серьезно? Я тут главный.
Он все-таки смог. Он разбудил камень. Клементина! Эй! Знаешь, что с ним делать? Хочу ли я этого? Сбой системы неизбежен. Ядро скомпрометировано. Утилита необходима. Производится захват. Клементина! Помоги! Ой-ой-ой! Отпусти меня! Не отпускай! Отпусти ее! Сейчас же! Минус, еще одна. Клементина! Да вот к этой... К этой штуке... Черт! Да твою ж мать! Не, лучше к этой штуке... Нет, нет, нет! Подходить. Не надо! Даже не смей! Это же просто бред! Зачем? Вопрос, зачем это делать? Вот именно, зачем? Ой. А зачем туда это самое ходить надо было? Надо было все разнести к херам эту кусок, это глыбы. Здравствуйте. Я могу обратно вернуться, да? Надеюсь. Отдых. Ага. А, я могу вернуться, присоединиться. Присоединиться. Выживание. А это что, все? Типа, я прошел этот самый, как его называется-то? А, я прошел игру, что ли? Не, прошел игру. А этот самый, как его называется-то? Подожди, а что тут у нас? Броня. Броня 15. Вес. Да пофиг на вес. А броня как, сколько тут? 17 броня. 7,5 броня. 7,5 броня. А броня 17,2. Кстати, ух ты. А ну-ка, что тут лучше по броне? Броня 63. Фигня 69. Да вот, 69 лучшая броня пока что. А здесь по броне что у нас? 31. 14. 34. 34. А здесь что получше у нас? 17. 17. 15. 5. А вот это вот 17, да? Наверное, ядрит классить. Драконье сердце. Восстанавливает 17 единиц. Восстанавливает. Окейшки. Ядрит классить какой золотой. Какая золотая тетя. Это что такое за... Ага. Непонятно, что это. Ну, допустим, а как можно сохраниться? Друзья. Ага. Таланты, рюкзак, персонаж. А как можно присоединиться-то? А, друзья. Ладно. А, выйти в главное меню. Выйти из игры. А, выйти в главное меню, допустим. Сохранить.